Евросоюзу потребуется определенное время для принятия решения по безвизовому режиму для Украины. Об этом в интервью главкому заявил глава представительства ЕС в Украине Ян Тамбинский. Мы действительно были гораздо ближе, если бы Украина все необходимо сделала в прошлом году, а не в марте этого года. А то получается, вот и Украине наконец-то сделали, что обещали, и сразу нужно, чтобы на следующий день было решение партнеров, отметил дипломат. Он подчеркнул, что Евросоюзу потребуется определенное время для обсуждения безвизового режима, и просто так он его предоставить не может. Нельзя, как ребенок, который только что-то сделает, сразу ждет конфету. Идет большая работа институтов, и все государственные структуры в 28 странах работают над этим, заверил Тамбинский. В частности, он сказал о том, что этот вопрос необходимо изучить депутатам Европарламента, а за одну ночь это сделать невозможно. По прогнозам главы представительства ЕС в Украине на обсуждение либерализации безвизового режима уйдет все лето.